Здравствуйте! Пожалуйста, присоединяйтесь, берите любой плакат. Мое мнение совпадает с мнением, можно сказать, скорее всего, со всеми, мнением со всеми, мнением всех здесь присутствующих людей, потому что я гражданин России, я вырос, я с детства, с самого детства, я отучился в школе, в университете, я отслужил в армии, отдал свой долг, да, как говорится, вот, и у меня там много родственников, много друзей, и как бы то ни было, все равно у меня душа болит, да, я переживаю за то, что там происходит, и мне хочется как бы порядка, но, к сожалению, там не могу выражать, опасно выражать свое мнение, потому что это чревато. Вот. И таким образом хотелось бы поддержать свою страну, непосредственно находясь здесь. Спасибо большое такой стране, государству, Республике Армении за то, что она позволяет нам это сделать. Считал ради интереса статистику, сколько выходило за Навального, сколько выходило за против войны в Украине в самом начале в Москве. И сколько здесь выходит, конечно, очень мало цифр. Ну, цифры, процент очень маленький, конечно, это очень плохо. И мои украинские друзья тоже говорят, что россияне очень боятся протестовать. У нас нет этой культуры. Это очень плохо, и надо это меняться. Поэтому... В общем, хорошо, что мы здесь хотя бы выходим, что нас видят хотя бы. То есть понятно, что мы вряд ли изменим ход событий, да, но нас транслируют камеры, как бы видят хотя бы западная аудитория. Понятно, что на российскую аудиторию это мало транслируется, но хотя бы так видят, что не все русские плохие, не все поддерживают войну. Ну, как бы, да, спасибо всем, что мы это делаем, что вы показываете свою позицию. Вот. Ну, вот это основное, что я хотел сказать. Всем спасибо. Нет войне Путина в Гагу. Россия должна быть свободной. Надеюсь. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет!